я жду, когда запустится сейчас самолет. А куда нажать, чтобы он экран показал? Ну вот, если десктоп. Надо дождаться, когда он подключится. Ты же на пауэр нажимал, нет? Нет, он у меня уже был запущен, я нажал на пауэр, чтобы его из режима сна вывести. Загрузил симулятор? Нет? Какие-нибудь признаки жизни должен давать, кроме мигающих курсов? Вон как нет. Нет, ну, во время загрузки имею в виду. Нет, он может. Я остановился на бутин, пекернет и... Хороший знак. Какой железо? 13, что, выкусит устройство. А? Устройство. Ну, нужно устройство. Какое железо у вас? Ну, в смысле, на ноутбуке какое железо? Какой? Процессор? Процессор. AMD Phenom, но не очень хорошо. Так, у вас эмулятор не запустится. Нет, эмулятор, конечно, работает, но он без виртуализации. Давайте, у вас у всех есть устройство. Давайте на устройство это сделаем. Просто подключите устройство. Включите устройство своего USB-порт своего компьютера. Если у кого-то Windows и начнется установка драйверов, разрешите установку сети. Если не установит, я дам драйвер. Сейчас. Раз уж мы работаем на устройствах, выставьте на устройствах время и дату такую же, как на рабочих машинах.
Это для того, чтобы, как, короче говоря, установочный файл, который будет устанавливаться на телефон, он имеет цифровую подпись, он подписывается сертификатом разработчика, который сгенерирован на вашей машине. Для того, чтобы этот сертификат вдруг внезапно не оказался невалидным на вашем телефоне, время следует выставить аналогично, время и дату. После того, как вы подключили устройство к компьютеру, оно у вас в системе определилось, в Connection Explorer у вас появится соответствующий ID устройства. Вот у меня эмулятор, а у вас должен быть какой-то другой ID свой. Вот у кого появилось? Можно на флешке драйвер? Сейчас я скину. Можно отсюда скачать? Можно зайти в девайс менеджера, выбрать устройство, которое у вас не определилось, выбрать апдейт драйвер софтвера и сделать искать автоматически в сети. Я могу сказать, обычно помогает. Я сейчас на секунду всех от интернета оторву. Простите, пожалуйста, но скачаем драйвер. Просто у нас что-то с
Должно приложение установить, приложение установить на телефон. Но у вас телефон должен быть. Здесь конечно сплошь. Ну да, у меня на предел давно уже. Отлично. Я еще предыдущий просто. Ну вот, сейчас. Не получилось у вас, не скачался, не пробросился. Так, кому нужен драйвер? Нет. Сейчас по порядку. Скидывайте себе, там в корне будет файл Samsung, что-то там драйвер. Отключите. Возьмем все, что можно. В нем лежит в том числе файл Z и OS. Где сейчас? Сейчас я дам. Или если хотите, давайте флешку, что-нибудь на компьютере установить.